там сзади меня остров Черепах, сейчас туда поплывем. Все, приплыли на остров Черепах. Сейчас пойдем искать гигантских галапагосских черепах. Давай, кто со мной, погнали. Все, идем дальше, пробираемся. Павлины, пока черепаху не нашел. Погнали дальше. А здесь была раньше тюрьма. Сейчас заброшенная, с видом на океан. Вон, нашли первую черепаху. Монстрика. Да. А вон огромный. А, спит, не хочет. Это... О, здесь уже супер мегалодон черепаший. А, они тут заедлые, конечно, капуста тут. Ты живая? Жива, просто я... Смотри, как они спят. Друг на друге. Есть уже не хотят ничего. А это вообще как будто сдохло. Такие вот черепашки. Ярик, сядь на корточки поближе к черепахе. Не страшно? Я смотрю, какие и зубы атакуют. Черепаху напугаешь, ты понимаешь? Шипит. Она к моим шлепкам что-то хочет. Лезет. И все это снимается в окружении черепах. А вон там еще павлинчик. Павлины. Там огромная тортила. Какая-то облезшая черепашка. Панцирь облазит. Я думаю, что она линялась. Да, я тоже думаю. Меняет. Они же меняют эти панцири, когда взрослеют. Ну, не меня это по этим моментам. Они не были такие глубокие, прям раны. Я думаю, что, скорее всего, она ударилась обо что-то. Слышите? Слышите, как разговаривает? Но она, думаю, не... Вот ей, наверное, 150 лет. О, она не нарисовала. Что на ней написано? 133 года. Перья чистит. Выгляни. Кормим черепашек. Зависло. Где доктора Айболита дам? Сражалась с акулой, он ранил ее. Доктор Айболит сейчас вылечит ее. Футболку, молодец, да? Ну, мы едем сейчас. Нравятся черепашки? Она напугалась кого-то. Она что-то съела, наверное. Все. Что так нельзя. О, она шипит. Что я говорю, что так нельзя. Садись на черепашку. Мамбо, мамбо, майя. Монстры. По 125, по 130 лет им. Все, кормите. Она переваривает опять. Ну, Адам, ты что делаешь? Ей же, наверное, тоже вредно. Сейчас я тебе повешу капусту. Нет, смотри,
Садись на корточки, Ярик. Все, давай, давай. Адам, это очень маленькая, она может укусить тебя за пальчик. Погладьте ее. У нее шея такая мягкая. Погладьте. У нее такая мягкая шейка. Потрогай. Они без перерыва устали уже кушать. Мам, ты не представляешь, какая мягкая шея. Не может здесь. Пальчики отдам. Мягкая такая шейка. Представляете, им по 100, по 150 лет. Огромная, да, Адам? Огромнейшая. Это панцирик, да, большой, да? Домик. Домик. Они что, в этом пруду живут? Да, везде вот тут вот ходят, брось. Пойдемте к папе. О, в такой пещере спит она, черепаха, мутант, огромная, галапагосская. Вон она идет. Монстр. Хрюкает там что-то, как свинота. Монстры, галапагосские, Сейшел специально завезли их сюда. Больше 100 штук их. Огромные, конечно, они вообще по 135, по 128 лет им. Монстры огромные. Сейчас будет кракен выбираться среди рифов, среди кораллов. Сейчас будет рычать, говорит, уступите дорогу. Кракен идет. Она так кряхтит. Я сейчас... Ну вот этим монстрам вообще по 150 лет. Уже видно. Сражалась с акулой, ее подрала. Чисто монстры. Павлин. Эй, акуна матата. Ленивые такие. Здоровая. Эти черепахи собрались, что-то обсуждают. Консилиум. Просто гигант. Такая черепашка. Вот такая красавица. Ай! Пальчики аккуратно, Адам.